Do'stlar, Kreml haqidagi videoroligimizning davomi. Hozir bitta shu Sovet paytidagi texnikalar bor ekan, shularni sizga ko'rsataman. Oldingi paytdagi kiyim-kechak mashinasi. Здравствуйте. Здравствуйте. Больше всего вот эта игра всех взрослых. Всем взрослым нравится. Олень пьет так, достаточно самовар. Что-нибудь где-нибудь у вас есть дома такое? Сейчас скажут, ничего нет. Да, есть. Есть, да? Да. Здравствуйте. Да. А можно снимать? Приходили, спрашивали. Спасибо. А я такая сразу, на алкоголь и деньги. А они такие сразу, ооо, все. У нас постоянно толпа. У нас еще был такой кооператив. У нас же, ну вот Вера у нас еще была в салоне. Она у нас была обычная, то есть городская, да, но она была в Кирпике, а вот рядом с там, она играла. Спасибо. Здравствуйте. Thank you.
раз. Дома. Можно? Конечно, заглядывайте. Почти все вещи здесь родные, то есть начало 20 века. Реконструкции почти нет. А, ладно. А даже что является реконструкцией, сшито из тканей, которым примерно справили. Ага. Спасибо. Oldingi betdagi ish qurollari do'stlar. Hammasi antiklar masalan. Oldingi betdagi do'stlar, otliqlari va. Hozir balon ichilgan ekan. Do'stlar, albatta video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoroliklarimni ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling.